пока не отмечали, но скоро собираемся. И даже голоса нету. У Алины с Игорем все хорошо. Да, на Новый год я думаю, что нет, но после Нового года приеду. Скорее всего, в январе до 8 числа приеду каких-то числа. Очень соскучилась, Катюх. Люблю, целую. Это еще моя сестренка. Фитнес-тренер, пожалуйста, обращайтесь в Питере. Накачает вам большую жопу. Спасибо большое, вы тоже не болейте. Как хорошо, когда вся семья спортивная. Артистичная, харизматичная и так далее. Просто ужас. Все, что могу сказать, ребят. Это на самом деле не реклама, это вот, ну, правда. Так как она тренирует, не тренирует никто. Ну, чисто я в своей жизни не видела таких тренеров. А вот как тренирует моя тетя, тут вообще помолчать, ребят. Это вообще не то, чтобы реклама, это просто вам совет. Если хотите накачать большую опу, обращайтесь. И еще что? Дима. Ужас какой. Нет, я не ревную Диму к Саше, я в себе абсолютно уверена. Ну, типа, блин, ребят, камон, пожалуйста. Кому мне кого ревновать? Этот человек со мной, он со мной засыпает, со мной просыпается, он со мной в целом находится. То, что он может получать другие эмоции с другими девушками, это, ну, неотъемлемая часть, как бы. Конечно, мы заселились. Вы сомневаетесь, что ли? У меня парень Димон хулиган. Ой, I'm sorry. Я вон ноготь об него сломала. Такой вот у меня маникюр теперь за Димки. So sorry. Нет, пока еще никто не отмечает. Чуть позже начнем отмечать. Не знаю, будут ли у меня силы, потому что я очень хочу. Мне кажется, мы с Димой друг друга заражаем. Сначала я его, потом он меня. Хочешь узнать в кучку глаза? Да, отстанет от меня со своим запросом. Так что как-то так. Бабушка у Игоря вообще крутая, очень классная, но очень круто относится к Диме, ой, к Диме, ко всем вообще, в принципе, тем более к Лине. Слушайте, насчет песика не знаю. Все, что могу сказать, что я хочу теперь себе тоже такого песика. Но у Димки аллергия, поэтому не будет у меня ни песиков, ни котиков, никого. Извините. Извините, простите. Чего вы не пишете вопросики вот на истории? Стоять их тут. Но в целом, почему бы и нет? Ой, Димон Польган зашел. Песик так классный. Мне очень понравился. Хочу такого же песика. Ужас. Мне кажется, я сейчас усну. Я произошла в прямой эфир, чтобы не заснуть. Как будто наоборот. Сейчас усну точно.
А что попросить? О песике? У него аллергия, я не могу попросить его о песике. Я бы сама купила себе такого песика. Тут, знаете, выбор, либо Дима, либо песик. Дима или песик? Может, создать опрос? Хочет место прямой эфир.